Сенат Испании отобрал автономию у Каталонии. Сенаторы проголосовали за лишение правительства в Барселоне полномочий. Верхняя палата парламента Испании, Сенат, в пятницу, 27 октября, большинством голосов дала добро премьер-министру страны Мариано Рахою на отстранение от власти региональной администрации Каталонии. За активацию статьи 155 Конституции проголосовали 214 депутатов. Против высказались 47 сенаторов, один воздержался. Активация статьи 155 Конституции Испании дает правительству полномочия принимать все необходимые меры для принуждения региона в условиях кризиса. В Испании статья 155 применена впервые с 1978 года. Принятое правительством Испании еще 21 октября решение о лишении полномочий каталонского правительства может вступить в силу 28 октября. Помимо этого, сенаторы проголосовали за проведение в Каталонии в течение ближайших 6 месяцев новых парламентских выборов, которые могут состояться уже в январе 2018 года. Ранее сегодня парламент в Барселоне объявил о процессе создания независимого государства. Депутаты приняли резолюцию об учреждении Каталонской республики как независимого и суверенного государства, не указав срока его провозглашения. Напомним, глава Каталонии Карлес Пучдемон считает, что действия правительства Испании в отношении Барселоны – худшая атака на институты и жителей региона со времен военной диктатуры Франсиско Франко. Таким образом, он прокомментировал решение испанских властей применить к Каталонии 155-ю статью Конституции, которая ограничит автономию региона. По материалам сайта newsgro.com.